Всем привет, добро пожаловать на мой мукбанг. Сегодня у нас с вами домашний мукбанг. Так, тушеная картошка с куриной печенкой, сельдь с беловинной заливки, наша любимая. Также салатик. Огурец, помидор, масло нерафинированное, семечки. Видно, да? Нет, не видно. Так. Микрозелень, пожитник, редиска красная и маш, мой любимый. Также специи, без сырка, без лука. Все. Приятного аппетита. Хлеб тостовый, мой любимый. Или тостовый, как там. Сок, джессерный апельсин. Приятного аппетита. Перемешиваем. Тарелочку, конечно, маловато. Надо было... Просто все-таки в этом для мукбанга не очень красиво. В корыте, в котором я ем, и на мукбанг тоже беру. Слюни текут. Капусту эту, пожитник, буду первый раз пробовать. Она у меня только взошла. И лимон там, кстати, добавлен. Все, приятного аппетита. Не взяла сковородку, ладно. Но Маша для меня самый яркий. Вот редиску я ела, особо не замечаю. Чем такой вилкой ем? Потому что уже какой день или месяц хочу все деревянную вилку подточить, потому что она тупая и невозможно тыкать, накалывать. Только вот так брать. Ну, блин, зачем тогда такая вилка, если проще ложкой херачить? Если будет бесить, я исправлю. Я просто решила попробовать, так что пишите. А то есть такие функции, я их не включаю. И то это самое плавное, есть прям резкое. Заметили? Нет вещей. И я захотела ее подвинуть немного к стене, и она сломалась. От веса, там тем более джинсы тоже висели. Пара штанов. И все, вешалка тяжелая, и она у меня завалилась. Пока я пыталась вещи снять, она у меня сломалась. Все. Вещи валяются на диванчике. Что-нибудь на Озон смотреть, что-нибудь. На этот раз не заказать возьму. Ну, я думала, блин, все равно когда-нибудь диван, какой диван. Шкаф буду брать. Сэкономил, блин. Так уже хорошо, сейчас погодка такая прохладненькая. Суставы, конечно, сразу на такую погоду реагируют, урода. Ну, классно, что не жарко. Я наконец-то набрала вентилятор, потому что он уже не нужен. Потом как будто полкомнаты занимал. Сразу так просторно. Okay.
Я уже снимаю второе мукбанг вам. Это у меня сегодня какое число? 11. Первую еще не смонтировала. В следующий раз буду снимать с креветками карбонару. Со спагетти. Все как надо. Не знаю, мне с беконом не очень нравится. Ну, я могу поесть, конечно. Но с креветочками вкуснее. Соленого сыра прям не хватает. Очень вкусная селедка. Тут вчера тоже приходила еще одна соседка. Без Ютуба жить не может. Ей там сын посоветовал, типа, Рутуб. Я сказала, ну там вообще делать нечего. Лучше VPN вам скачать. Ей и мужу. Только долго объясняли, что включить, отключить. Но ничего, ничего сложного. Обожаю куриную печенку. Для меня прям самое вкусное. Я так, конечно, еще не ела и печенку, и селедку вместе, но не знаю. Я даже сама открыла. А это иногда какой-нибудь консерв, хер откроешь. Без какой-либо помощи, чьей-либо помощи. У меня целый килограмм банки был с кунжутными семечками и с тыквенными и обычные семечки подсолнуха. Я не помню. Я в прошлом видео это говорила. Я их отсеяла через сито. То, что на кунжута слишком дохрена. Что-то я не подумала. Нахера я банку с кунжутом покупала.
Потому что было отдельно с тыквенными семечками. Это у меня всегда так, знаете. Хочешь как-то не то, что сэкономить, но как-то, да, сделать лучше, в итоге получается еще хуже. Вчера еще фильм смотрели. 3000 лет желаний, когда. Там джинны, вот эта вся хрень. Без спойлеров, короче, написано 18+. Честно, не сказала, что это прям 18+. Ничего особого такого там нет. То есть это можно и детям показать. И он даже такой, как наивно детский такой. Местами прикольно, интересно, классная картинка. Перемещение куда-то там назад и показывает, да. То, что было у этого джинна. Хозяева его. Прикольно, но моментами слишком как-то даже просто. Вот именно самый главный сюжет. Женщины с этой... Главная актриса, да? Слишком такой. Ну, я бы не стала больше смотреть, короче. Ну, когда такое охеренное качество, конечно, уже приятнее смотреть. Надела кофту, чтобы пижаму не снимать, знаете, так. Переодеваться было впадло. Я не подавилась, вроде. Листик на глотку прилипший. Вкусно. Они тут на таблетке стоят, на таблетнице. У меня обшатается. Да. Узнали. Очень мягенькая. Прям тает во рту, я обожаю. Очень полезная печенка. А может, я и блины вам завтра сниму. Будем готовить блины. Может, сниму блины, кстати. Если мне будет не впадло.
Спасибо большое за просмотр, за внимание. Всем счастливо и пока.